Дан Стар 9-го заезда. Орловский приз для лошадей 4 лет. Бег со старта возглавил Триколор. На втором месте Верный, далее соперник. И замыкает Бонапарт. Сбоит соперник. А бег ведет Триколор. На втором месте Верный, на третьем Бонапарт и на четвертом сбоивший соперник. Сбоит второй раз соперник. Первая четверть дистанции пройдена за 36,9 секунды. Участники заезда проходят перед трибунами. Впереди Триколор под управлением Буньота Садиева. На втором месте Бонапарт, далее Верный и замыкает соперник. А бег ведет Триколор. На втором месте Бонапарт, далее Верный, сбоит Верный. Вторая четверть дистанции пройдена за 33,5 секунды. Сбоит Триколор на противоположной прямой. К нему вплотную подъезжает Бонапарт. У Верного по дистанции проскачка. А бег повел Бонапарт под управлением Павла Саидова. На втором месте Триколор. И на третьем Верный, который совершил проскачку. Дисквалификация. И замыкает заезд соперник. А бег уверенно возглавляет Бонапарт под управлением Павла Саидова. Третья четверть дистанции пройдена за 36,9 секунды. Бег ведет Бонапарт. На втором месте Триколор. Далее Верный, у которого дисквалификация, замыкает соперник. На финишной прямой уверенно выигрывает заезд Орловский приз лошадей 4 лет. Бонапарт. Финиширует Триколор. Финиширует Верный и соперник.